Друзі, на каналі «Король твого міста» вже вийшов великий підкаст з моєю участю. Будь ласка, заходьте, дивіться. На зв'язку Дмитро Громов. Друзья, сегодня праздник у господина Алексея в Уфе, сегодня день рождения, и мы едем его поздравлять. Покажем, как Леша хочет кушать сегодня торт, будем покупать сегодня и кушать торт. 54 годика в Уфе, сегодня дорослый уже наш Лешка. Ты ж помнишь, ты мне денег должен за телефон. This is Киев, барахолка, рынок. Пугай, зеленое пальто. Опа, какой пес хороший, воспитанный. Подкрадули. Алексей, с днем рождения, да не снимай, с днем рождения, с 54 годиками тебя. Наоборот. Мега, с днем рождения, вопы. Сейчас купим всю барахолку и поедем домой на праздник. Все, друзья, это все весело, офигенно. У меня сегодня ДР. Так что скоро мы едем праздновать за город. Мою днюху. Вафа берем? Да. Оно не порченное? Нет. Трошки помятая. А внутри то что надо? Миносолод. Нормально? Да, конечно. Чтобы не рыгать потом. Не, не будем. Нормально. Откуда эти продукты все? Хабарные какие-то. Краденые? Ну, может, краденые, может, списанные. Да пофиг. Главное, что они качественные, нормальные. Сколько брал, ни разу никакого подъема не было. Надо котам еще кефирчика взять. Кефирчика котам? Да. Откуда эти продукты приезжают, если не секрет? Хозяин десь бере. С пожаров? Хозяин десь бере. А-а-а. Лафа, полмагазина скупили, хороший будет праздник. Думаю, да. Что нам еще надо? А майонез еще надо. Спирт, майонез. Озвучь, что надо. Спирт, майонез и еще, наверное, селедки. Спирт, майонез и селедка. И все эти прекрасные вещи можно найти, где бы вы думали. На киевской барахолке. С днем рождения меня. А, вещи. Торба, это когда в побочках морда, на руках тромбы, на зубах пломбы, разбора километры, менты, три, берегите для приезжих свои понты. Ну что, Лафа, поехали на днюху. Айда. Лафа! С днем рождения! Спасибо. Наконец-то! 3 часа собирались! Вау! Мобилка! Да? Ну, ребята, это все хорошо. Мы там веселимся, конечно, бухаем, даже днюху мы празднуем. Но надо не забывать, что идет война. Где мы сейчас стоим, на этом месте была огромная яма. 5 метров диаметром, не меньше. Это прилет ракеты, 100%. Повезло, что не в дом попало людям. Ну, ударная волна сделала свое дело. Выбило так все. Что, это шахет был? Да нет, это ракета стопудово. От шахета только дыры не остаются, ты шо? А ты слышал, да, этот взрыв? У меня посуда подлетела на кухне среди ночи. Часа 3 ночи было добить. Вот, собственно, здесь, господа, находится все ценное имущество, которое мы вывозили с предыдущих имений господина под толстым слоем полиэтилена, который обеспечивает сохран этих ценных вещей. Если тебе надо, у меня есть. Именинник Леша. Ну да, 45 лет. Опа-на-опа!
нам! Друзья, навозился подземельем, что-то спина хрустит, надо трошки подремонтироваться. Сейчас, Сусик, тебя починим, сейчас тебя поправим. Туда головой, сюда ногами. Фух, вау, значит на свет народился. Будешь, Сус, у меня как новая монетка. Друзья, не запускайте свое здоровье, не запускайте спину. А кто уже где-то поломался, то приходите к нашему другу Андрею. Приходите ко мне, и я вас подлатаю. Андрей, спасибо, я снова приобрел подвижность, побежал лазить. Что, мы у вас в гостях сегодня? Привет. Это в Афины угодье. Уфа, ты что там какаешь? Не, воду набираю. Спутниковая. Она ловит из Старлинки. Не, Wi-Fi она ловит. Уфа, а что вы лечите кота? Да, кошку. А что случилось? Она древняя старушка, во-первых. Во-вторых, ее укусила крыса, занесла заразу. Она постоянно эту заразу расчухивает себе. Вот тут за ушами, видишь, какая херня. Ну, это зажило уже. А. И вон на лапе тоже зажило уже. А сколько лет ей? 17. 17? Да. Так где руки мыть, Лафа? Лафа, сколько котов 4. У тебя? 4. А кто фаворит твой? Да, я всех одинаково люблю. Самодельный? Тут штатный, остальное самодельное. От мотоцикла переделал на домашнее электричество? Дядя, да? Шнур, еще отрез. Это с аккумулятором лампа работает. Сам все делал? Да. Что у вас свет сейчас не вырубают? Сейчас нет, но когда вырубят, есть автономный аккумулятор. Что ты? Через Bluetooth можно скинуть. Покушать хочешь или накатить уже? И то, и другое. А что такое? А что, это клип или концерт? Не знаю, походу. Это альбом. Без походу. Видеосопровождения. Не знаю, походу. Не знаю, все знаю. Ты понял, как спорит, чувак? Beat the Bastards альбом. Вау! Moon Records. А что с диваном? Пиздец, там этот на пол. Там мыши, может, внутри сидят? Нет, нет. Что, мы телек смотрим или диск? Это же 2000-е, заставка длиннее, чем сам диск. Что выбираем? Это концерт, я понял? Пошел уже писать. Это в Киеве концерт? Нет. Или тут в Житомире, который был? В Жашкове. Сектор Газа. Вот это раньше в Житуха была. Это, пацаки, чтобы вы понимали, диск, который мы сегодня купили на барахолке. Это вокалист Эксплойтед. А знаменитый, да, пацан? Да, очень знаменитый. Не знаком с ним, Лафа? Не, лично не знаком. А с кем ты говорил знаком? С Углом? Нет, с Углом тоже не был знаком. А, с Пауком? Да, да, например. Если... Вот, кстати, пайка, которую купили на барахолке. А, это психея, да, пошла уже? Какая психея? Это сектор Газа. Лафа, какое расписание у нас тогда на вечер, расскажи. Бух шоу, висим, отдыхаем, бухаем. Сначала кушаем, потом танцы? Ну, кто желает, может, танцы. Так, а это сколько? 10 литров спирта? Да. Откуда это приехало? В барахолке мы с тобой сегодня брали. А, это мы сегодня купили? Да. Я заказывал именные бутылочки. Раньше Лафа писал, сейчас Поздала пишет. А-а-а. Это именные бутылочки. И сколько 10 литров спирта сейчас стоит? Две штуки. Двушку зелени, да? Не, гривен. А мы как бы с компотиком мешать? С сиропом. А сиропчик тоже с барахолки? Нет, с оптового. Жарко? Жарко. Пошла спиртяга. Сиропчик пошел в спирт, да? Да. Лимонадик будет. Именинный лимонадик. Такой густой, как шампунь. Вы уезжаете на кабель? И пошла гулять. Напиток бодрящий. Охуящий, блядь, не бодрящий. Ого, прикольно. Качает, блядь. Ну, под мой музыку как раз. Да, на меня так это легенда. Диффузия пошла? Да. Лафа, у тебя какой любимый музыкальный ансамбль? Офигенно. Старая коррозия. Старая коррозия? Да, у нас там пластинка даже есть. Официально выпущен 93-й год. Я тогда и приобрел. А потом эти распределения... Коррозия металла 93-й год. Это официальный выпуск. А есть на чем посмотреть ее? В Видаке работает. Это я купил тогда еще. В 93-м. О. Получил получку на заводе, купил. Получку. А, получил получку? Да. А сколько получка тогда была? Да я не помню уже. Купоны были. Ну, эквивалент был 15 баксов, короче, по финансам. Месячные? Да не, не, ты что, месяц я получал баксов, наверное, блин, сотку как минимум на то время. И что, хватало? Зато. Еще и оставалось. На 15 лет сколько 100 баксов, блин, на то время. Так как сейчас, наверное, баксов 500-600, как минимум. Ну, завод обороны, блин, зарплата была охуенная. Смотри, попух сыр. Вздутые пачки. 20-го года. Селянский спред до 25-го года, это еще нормально. Вика, нормальные продукты или не особо?
тебя не жалую. Тут такая селедочка шикарная. Пальчики оближешь. А ну, Вовка, возьми кусочек. Давай попробуй. Скушай. Да бери пальцами, ну что ты как маленький. Давай, тяни. Тяни, тяни, давай, давай, враток. Да давай, враток, чтоб не болел бок. Давай, давай. Погнал. Селедочку враток, чтобы не пекло бок. А ну как, оцени. Нормально. Хорошая? А чё, нет? Оно порченое, 3 года уже как. Нормально. Что ты начинаешь, человека, дуришь? Газ включи. Включаю газ, чтобы только не взорваться тут нахуй. Поехали. Что, Серб, нормально? Нормально. А что это у вас такая мега спичка, смотри, какая. А ну, ты умеешь резать так ее аккуратненько, так чик, чирик, смотри, там червь внутри, глянь, стой. Какая-то вообще живет, смотри. Какой это серетер? Глянь, какая-то это, молекула. Да нет, это... То молекула внутри какая-то. Какая молекула? Турепа! Вау, а мясо есть? День рождения, успехов, радости, веселья и мирового настроения. И порченой колбасы. Саня, вот ты как опытный человек, как можешь оценить эти покупки, которые мы осуществили? Сметана, скидка была минус 20% в 2020 году. Что такое, Вика? Ну ты за столом сраку колупаешь. Сметанка, сырок. Ну вроде ничего, такой нормальный, да? Да. Дружба называется. С плесневой. А, это сыр с плесенью, все, я понял. Вика, смотри, да. Он весь продроченный. Все, куда его на выкинуть? На веранду. На веранду. Слушаюсь, на веранду. Сырочек. Да. А пукать потом тоже чесноком. А, сырочка идет, срачка. А? Сейчас я легкий возьму, еще для тех, кто не тяжелый. Лафа, что за история, как ты тут ДРГшника поймал? Я не поймал, к сожалению, его. А что ты хотел его задушить? Зарезать. Зарезать? Откидным ножом. А как там бы выглядела эта история? Ну, блин, поймал бы и резнул бы все. А он где-то мимо тебя прошел? По городу лазили тут. А это ж территория не была в оккупации? Ну, оккупации не было, ДРГ было. Много? 3 человека сначала было, потом одного еще поймали, при мне его допрашивали, когда в тероборону устраивался. Абдулла был чечен. А то чечен в Киеве раньше видел. Пересекался с ним очень в плохой ситуации. Когда мы жили на Верке, он у рюкзака спрятал телефон и мой немецкий фонарь. А потом он пошел в ДРГ? Годы пошли, когда Верк был и когда сейчас. Ого, и вот эта судьба опять свела. Да. Это кота крысы погрызли, да? Да, кошку. Лафа писает в тряпочку, кот! Писает прямо посреди комнаты! Лафа! Обоссался, кот! Кот писает! Бегом, авария, Лафа! Вика, это позволительно? Лафа, бегом! А это что, он неприученный? Дымится! Дымится, лух! Кот! Вика, за ты же делаешь! Кот написал! Напудил! Ого! Вика, это посмотри, оно потекло по всей кухне! Вот аж сюда! Это... Позволительно? Нет. Лафа, это у тебя какая-то самодельная хитрая антенна? Да, это была телевизионная, я поставил, было херово, радио ловилось. Я обмотал медью карнизом. Чуть лучше, но так, фон был. А когда 200 метров от дома, 150 даже, были осколки. Мелочи еще есть, покажу потом. И вот этот крупный осколок. Ракета, что это? Осколок от ракеты примандюрил на антенну. И вот так вот радио показывают. Как? Транслируется. Да, бомба без шума, без ничего. Ну, на осколке вот так вот радио. Так что спасибо русским ракетчикам, что сказать. Подарили Лафе на антенну. А так ты что брусака заловил бы у себя на огороде, то что? Ну, вот вот. Ой! Порубал бы? Конечно. О, дела. Это легкий такой удар. Ого. Это вообще легкий. Моща! Да. Берет, как сквозь диастройку снимает. Фу. Да? И не тупится, да? Ну? Встреча будет так. Лафа! Столу! Лафа, Лафа! Ну, Леша, давай, за тебя! Спасибо! Леша! Шо ты паскудишь? Паскудишь? Мяу. Лафа!
А прикинь, когда он в бункере так орёт. Ба-ба-ба! Его слышно как именно на километр, блядь! И сам убьётся в губу! Это поцелуй, блядь! Поцелуй, да? В этот чрезвычайный день мы спешим тебя поздравить! С днём рождения! Вот опять раз звонит. Кладь, выпьем, открою. Давайте нальем сейчас. Так, пришло. Сейчас мы выпьем и потом. Чтоб Антон. Да, так Новый год заходит. Праздник, свет вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Все цокаются, а мы только зашли. Пришли подарки. А тут без тарелок, да, руками? Да, бери, что хочешь, хватай, что хочешь. Лафа! Лафа! У тебя небольшой подарок. Держи, от всего сердца, от души. Спасибо. Книга лучший подарок. Смотришь книгу и видишь формулу. Тебе подарок такой, значит... О, Лафа любит дроны. Да, Рон, это про дроны. Класс. Мечтал такой. Так что, чтобы ты лазил, видел все, исследовал. И чтобы память осталась навсегда. И даже при этом режиме всем лажу. И о, вот это спасибо. Опа! Опа! Врубай! Все, там разберешься с режимами. Ну, да. Да подожди, у тебя же похожий был, поэтому с режимами слушай, ты доберешься. Железный. Ну тогда. Он должен быть. Это алюминий. Да, дюраль. Дюраль, точнее. Авиационный алюминий. Да, дюраль. Так вообще офигенно. Дюраль алюминий. Вечный. Это на 9 раз дороже становится, как нет. О, Лафа, день рождения, дорогой. От Суса, Громова. Будь собой, ты уникальный, неповторимый человек. О! Спасибо, спасибо, ребята, очень приятно. Ребята. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения! Папа! От нас маленький подарочек тоже. Тут футболочка, мерчик наш, написано Evolution of Digger. Yes. Понял. Носите. Во время войны. О, класс. У нас сползание, по-моему, человека. Нереальный туризм по всему миру. Yes. Класс. Мы там надо было нарисовать, он светит, и там бутылку. Ну это подрисовать. Давай. Класс, спасибо, ребята. Очень приятно. А он, очень приятно, что вы посетили мою днюху. И мы не ждали, что кто-то приедет. Сколько на Новый год звал, на другие праздники никто не приезжал практически. Мы тут ведрами тоже салаты готовили и сами приезжали неделю. Лафа, по тебя любят все! Спасибо, ребята, очень приятно. Лафа, на твой возраст ты очень хорошо выглядишь и хорошо сохранился. Так что не балуйся и ебашь салаты. И сам факт, что мы все тут собрались. Одна поздравить тебя с юбилеем! С юбилеем! Лафа, сын Божий победил смерть! С днем рождения тебя! С днем рождения! Давай! Я вашего мать его имя! Святое! Друзі, уявляєте, всі ці шикарні, драгоценні речі, що збирав Лафа все життя, переїхали сюди. Зараз вони отут, на подвір'ї, лежать, займають своє почетне місце. Люди приходять, і Лафа каже, да, це мої всі речі. Отут все храниться і буде ще хранитися, Бог зна скільки років. Смотри, аккуратно, бо там уже криси знизу шниряють. Тут же ж криси покусали кота. Да? Вот того... того с губой? Да, его покусали крысы, вот это он сейчас болеет. Блин, бедный котик. Ну, зато прикольно то, что мы сприймаємо Лафу, типа, таким, який він є, і не нав'язуємо ніяких своїх приколів, він не нав'язує нам, і ми просто отак от в толерантному такому от обществі живем. Ти подожди, зараз ще трошки хильнуть, і кому-то мордяку натовчуть. Я на самом деле для цього і приїхала подивитися на це. Насправді, я от чекаю, поки там костром займаюсь, чекаю. Игорёк, рады тебя видеть у нас в гостях. Шо, как тебе движуха? Ну, что сказать. Волей судьбы я попал на этот прекрасный праздник, день рождения. Меня очень удивила, конечно, обстановка. Но вы можете сами оценить, как живет господин Лафа. Это его естественная среда обитания. Для меня это дико. Хотя в своеобразном мировоззрении, наверное, в этом что-то есть. Но не об этом речь. А... Подождите, ну что вы, дайте поработать. Я тебе рубашку сейчас порву. Не, подожди, я хочу поделиться как-то со зрителем. На выход, ну дайте, блин, минуту славы. Все будет, извиняюсь. Простите, пожалуйста. Так вот, сейчас все-таки моя минута эфира, да.
в итоге, ну, спасибо, значит, благодаря деятельности одной особы... Игорёк, Оливье! Оливьешечка, да, да. Блин, покажи, слушай, покажи. Ну для меня это дико. Не знаю, я как-то не привык. Так. Лопатой, знаешь, как Оливье живу? Я домашний человек, городской. Ну как это так? Вентилятором. Хочу сказать, значит, благодаря вот вам, подписчики, я смог раскрыться. Чего и вам желаю. Ну, мои друзья как бы направили меня к вам, посоветовали вас, а вы, соответственно, вселили в меня силы, а я хочу вселить их в вас, что верьте в себя. Это такая закрученная, конечно, сейчас и пьяная мысль, но она имеет право на жизнь. Так вот, верьте в себя, творите, осуществляйтесь, не останавливайтесь и ни в коем случае не замыкайтесь. И вот. Значит, вот здесь будет ссылочка на мой инстаграм. Подписывайтесь, следите за моей жизнью. Я буду ее показывать вам при помощи разных инструментов. Может быть, вы что-то найдете для себя, какие-то ответы, и это поможет вам раскрыться. Ну, как-то вот так. Всем приятного просмотра, а мы летим дальше отмечать этот прекрасный день рождения. Димка! Шо? Хватит! Шо-шо? Люди хотят видеть жизнь, как мы... Поля, что ты оценила Оливье? Да, в ведре. Я не видела такого количества. Все, я буду с ней ругаться. Чего? Что бы я делала тоже? Ну, извините, стол для мяса есть, для лафы, для пана лафы. Вика, приоткрой покров тайны, а ты невестка лафы? Нет, я его очень хорошая знакомая 2010 года. Лапа, днём рождения! Буду Арсенович. Лапа, дай шарик! Всё, это... Я так же сам могу. Пасец! Фокмен, шериф, пикерс! Ай! Мне рассказали, у него два крикуна. Нафига? Что? Нафига это делать? Нахуй это делать? Что такое? Нахуй это делать? Ты говоришь, это чавы. Нахуй это делать? Что я сделал? Нахуй это делал? Это боялось. Так а что ты его чавыш хочешь? Нахуя? Вакханали. Ты помнишь, как я просил у тебя тележку, а помню. Ты таракана вот послал. Тебе страндаш есть. Послал. Да. Короче, ты чувак. И сидела. Ну мы сотрудничали. Нет, это было. Было, было, было. Игорёк, ты за нас всех попробуешь? Давай! Спасибо! Ребзи, наливай кому ещё? Мне давай. Наливай. Ты же не долбоёк. Моёк, это что, что будет? Хлеба выходи. О! Хлеба, да, выходи. Это по-нашему. Это по-тигерски. По-тигерски. По-тигерски? Да, где тигр? По-тигерски. По-тигерски. Викуся, шо там? Это по-тигерски. Там вообще там... Выйди отсюда. Вышел. Нет, ты охренел. Дымыть, дымыть. Да, давай. Давай, чтобы не сгорело только. Я всем старался не подпарить его кратом, но... Ну не получилось, да? Да. Бывает. Патрона! Патрон, миномет и мина. Лафа, за тебя! Спасибо, я. Ой, хата гуляет! Ладно, я еще раз выпью. Мега, выпьем за кермоны, считай. Кермоны же далеко!
Лучше мне это прятаться. О, что такое? Давай, выноси его. Так, а у нас туда вот. Давай. Кто здесь? Все нормально. Салат, аккуратно. Давай, салат, да вы сейчас забираем. DVD-плеер аккуратно, сладкий. Аккуратно, это прекрасно. Дело в первом корте. Тетя, значит, я в своей жизни очень горжусь тем, что я знаю тебя, что ты мой друг, ты вот именно центр киевского андеграунда, вот именно вот, именно вот. Просто вот все должны на тебя равняться, ты как эталон, ты просто вот именно тот человек, который привел меня к тому, кем я сейчас являюсь, вот. Я, а сколько лет? Знаю, сколько, а сколько лет? Ну где-то. А сколько лет? Сколько зимы? Вот. И мы с Викторией Сергеевной. Так, да. Мы начинаем с хорошего, заканчиваем. Да. Ой, пышечка. Я тебя не удержу. И мы все тебя очень сильно любим и очень сильно уважаем. Я очень сильно дорожу. Ну дай поздравить тебя, ну. А? Дай тебя поздравить, нам тоже тебе лететь сейчас надо, через 5 минут уже. Лафа, мы тебя все дружно поздравляем. Я не пью алкоголь, вот как бы ем сладкое. Ну, да. И хочу пожелать тебе одного, чтобы у тебя жизнь была сладкая. Чтобы у тебя все, что ты захотел, чтобы именно сбывалось, как вот этот торт. Ты взял такой, раз, хочу торт. Да, и Опа. Съел, и все. Давайте, Баба. Там попросили, видишь? Тоже попросили. Так пошло, да, что? Как, покажи майонез. Майонезом. Уважаемый. Я сейчас тебе в печенку дам, и ты узнаешь. Я просто не помню. Так. Простите, напомните мне, пожалуйста. Вика, печенку. Не трогай. Да, Вика против. Носи! С днем рождения, Лапа! С днем рождения, тебя! С днем рождения, дядя Леша! С днем рождения, Лапа! Уважаемый господин Лапа! От всего коллектива Денисского мира города Киева и мира мы поздравляем тебя с этим крупным юбилеем! Спасибо, ребята! И поздравляем с днем рождения! Класс! А, не затушивай! Да ну дай, пусть он затушит, ну подожди! Ликвидируй, пожалуйста, это возгорание! Ням-ням-нямочка! Ура! Ура! Торт готов! С ножа не ешь, злым будешь! Нормально! Серёдку! К своим добрым фрагам! Нормально! Смотри, Серёд, Лафа, смотри сюда! Смотри сюда. Все, в камеру зафиксируй, замри. Кс-кс-кс-кс-кс. В камеру. Кс-кс-кс-кс. Лафа, не двигайся, замри. Кс-кс-кс-кс-кс. В камеру, Лафа, глазами в камеру. Кс-к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 с